мне сказали знакомые, что происходит выставка. Mm-hmm. Ну, я, в принципе, из интернета узнал, и там список выставок как раз вот оттуда и узнал именно вот об этой выставке. Mm-hmm. И как вам ощущения от выставки? Я не все смотрел подробно, но это было сознательно. Я пробегал некоторые вещи, на которые не хотелось смотреть. Хотя я, в принципе, до этого знал, о чем будет, как будет. И всегда какие-то катастрофы, какие-то аварийные ситуации, вот эти, они вызывают, ну, определенного рода интерес. Здоровый в плане, как помочь. Но я немножко, наверное, в предугадывании ошибся, потому что я увидел нечто более другое, более... скажем, живое, человечное, немножко другое восприятие вообще. То есть информация, которая была до этого, готовила несколько более другой ситуации. Почему не хотелось некоторые вещи смотреть? Не знаю, в данном случае сработал цвет. Я почему-то не хотел зацепиться на некоторых черно-белых, хотя пару работ остановили, но сегодня мне не хочется просто останавливаться, сосредотачиваться. И поэтому тянул только цветные фотографии, только пару буквально черно-белых остановил. Ну не пару, вру, больше чуть-чуть. Угу. Вот только так. Это на личных ощущениях, наверное, просто сегодняшнего настроения. Не более. То есть, вот. А что поразило вас больше всего? Какая работа, что-нибудь, или, да, или что? Ну, поразило ваше ощущение, или какая именно работа? Или... Ну, самое интересное, вот то, что вот сегодня пошло, это там черно-белое, кстати, несмотря на то, что цвет привлекал, там рудники, где так сняты на террасах люди, мальчишка там работает. В принципе, если вспомнить, надо просто автора и название работы. Ну, вот именно... Можно, в принципе, отойти, посмотреть, если вам необходимо. Еще. Вот эта работа как-то понравилась по композиции. Впечатлила. А порекомендовали бы вы эту друзьям? Да, да. Именно, в общем, я сегодня некоторым говорил, что нужно съездить, посмотреть. И как раз люди, которые заинтересованы были в этом, как раз и поехали. Так что... До того, как я ее посмотрел, я уже ее рекомендовал.